بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مير вам, милость Аллаха и его благословение. Дорогие мои соотечественники, дорогие единоверцы, дорогие братья и сестры. Сегодня наша передача будет посвящена принятию ислама нашими братьями на территории бывшего государства Великая Волжская Булгария, нынешней Российской Федерации, и мы, мусульмане, живущие на территории европейской части, центральной части и Сибири, России, отмечали 1104-ю годовщину принятия ислама нашими предками. 16-й день месяца Мухаррам 310-го года хиджри по лунному календарю, в 922 году по Григорианскому календарю наши отцы и деды приняли ислам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين В Восточной Европе понятия «Россия» и «Ислам» появились одновременно. Вернее сказать, ислам появился раньше, чем русская государственность. С глубокой древности северную часть Европы связывают с югом, с древности по сию пору, две мощные речные системы. Днепр через Черное море и Волга через Каспийское море. И раньше пришел в Восточную Европу, в северную часть Восточной Европы, ислам по Волге через Иран, Хорезм, Каспийское море, Волгу. И в начале X века на среднем течении Волги возникло мусульманское государство, мусульманская религиозная община местного тюркского населения булгар. И сложилось государство булгар. Правитель
государства Великой Булгарии, просил у багдадского халифа прислать в свою страну ученых, богословов, ремесленников, торговцев, посольства для того, чтобы развивать тесные отношения между Востоком и Западом, так как Великая Волжская Булгария находилась на стыке двух крупных рек на территории центральной части России, рек Волги и Камы. И вот на этой территории расположилась земля великих булгар. С этого времени началось процветание этого государства, развиваются города, открываются учебные заведения. Эти учебные заведения становятся международными. Волжская Булгария становится мостом общения, мостом связей между Востоком и Западом. Это и влияет на культуру государства. Принимается цивилизация Запада и древняя культура Востока. Развиваются связи с русскими, славянами и мусульманскими народами. Таким образом, ислам распространяется уже не только на территории Волжской Булгарии, а распространяется и на Русь. Спустя столетия по другому водному пути, по Днепру, приняли христианскую веру и одновременно приобрели христианский характер русские княжества. В течение нескольких веков эти государства поволжские, мусульманские и христианские по Днепру и верховьям Волги с выходом к Балтийскому морю вели между собой торговлю, поддерживали дипломатические отношения, имели прочные экономические связи и, разумеется, воевали, соперничали, стремились обеспечить свое превосходство. Однако эти мирные и военные сношения не завершились чьей-либо победой и чьим-либо преобладанием.